В Кызылорде дан старт строительству нового кирпичного завода. Предприятие мощностью 90 миллионов штук кирпича в год планируется ввести в строй через 10 месяцев. Реализация проекта стоимостью 4,5 миллиарда тенге позволит создать новые рабочие места и обеспечит регион необходимым стройматериалом. Тему продолжит моя коллега Райхан Тажибаева. Под кирпичный завод в индустриальной зоне Кызылорды выделили 7 гектаров земли. Торжественная церемония закладки первого камня прошла с участием акима области Нурлыбека Налибаева. Период строительства на объекте создадут 70 рабочих мест. С вводом в строй весь производственный процесс автоматизируют. Завод будет работать на газе. Здесь установят новейшие технологические линии. Уникальность продукции тут у нас туннельная подвижная печь. То есть без никакого брака на 99% наш товар будет полностью сохранен. Так как у нас кирпич стоит на одном месте, а подвижная туннельная печь ходит по рельсу. И ежедневно мы будем производить 250 тысяч штук кирпича. Кадры для завода прошли специальное обучение в Китае. Решен вопрос с сырьем. Продукцию предприятия намерены использовать для кладки наружных и внутренних стен сооружений. Для региона с растущими темпами строительства производство местных кирпичей придется как нельзя кстати. Если 2 года назад на строительство из госбюджета выделили 24 миллиарда тенге, в этом 135 миллиардов. Это больше почти в 5 раз. В регионе возводят почти 200 объектов, плюс 20 многоэтажных домов. Темпы строительства регион сбавлять не намерен. В следующем году планируется реализовать 24 крупных проекта на сумму свыше 200 миллиардов тенге. Райхан Тажибаева, Ханалиев, Кызылорда, 24 КЗ.